Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется Buzzberry Match. Ну что, новая игра? Поехали. Так, какая-то дата, фига-то, непонятно. Digamas Room. Комната Digamas'а. Русского языка, к сожалению, в этой игре нету. Вставай. Где твоя сила? Да. Я не понимаю, о чем ты. Возьми меня с собой, и я тебе пригожусь. Я наделю тебя суперсилой. Ну, это я, ребята, импровизирую. Я на самом деле не понимаю, что тут вообще говорится. Но надо что-то говорить. Короче, этот чудик напрашивается с нами, и мы соглашаемся. Он говорит, мое имя Digama. И я обладаю очень мощной силой. Меня называют убийцей богов. Куда он идет-то? Присосался, блин, понимаешь ли. Так, чё? Пойдем. Что тут у нас вообще есть? Какая-то кошара тут. Так, а я могу взять? Не могу я ничего взять. Хотел пробирку тут прихватить. Какая-то почта. Окей. Не надо мне тут ничего копировать. Бабка какая-то стоит. А у меня нету ничего, ни денег, ни шиша. А сундук? Что сундук? Открыть? Так у меня гемов нету. 120 гемов нужно на открытие сундука. Совсем что ли? Так, а вот эти можно открыть? Опа. Типа я взял, да, какую-то непонятную штуку. А этот сундук тоже открываем. Это что такое? Защита у нас какая-то, ребята, выпала. И копье. Вместо ножичка мы взяли. Короче, старый хлам выкинули с тобой, да? Нет, это я не буду смотреть. В общем, отправляемся с тобой в портал. Напоминает мне чем-то Sold Knight. Помнишь такую игру? Действительно, что-то такое. Так, ну что, мы с тобой зашли в подземелье. Давай продвигаться. Давай. А что нам нужно сделать здесь? Твоя задача открывать ворота и уничтожать всех, кто находится за ними. А там что, кто-то призван? Да, там много магических призванных существ. Окей. Я возьму пистолет. Лучше, наверное. Че? Копье. А че таки лютый-то? Хорошо. Так. Безмозглый зомби. Так, давай вот без стрельбы только здесь, свиное рыло. Хорошо-то как, смотри, как мы их расплющили. Раздеребунькал. Ой, стою тут, лыблюсь. У тебя долгая перезарядка, твой... Ой! А чука... Со мной кошара как-то бегает тут. Что тебе сказать? Очень долгая перезарядка идет у этого оружия, на самом деле. Прям даже как-то некомфортно. Но зато прожигает хорошо. Тут уж не поспоришь. Так, подожди, а куда же мне... А, наверх идти. Немножко неудобно управлять, конечно.
Так, двигаемся дальше. Да, действительно, как Soul Knight. Ух ты. Торгашечка. Так, сколько у меня монет? 13. Что это? Что это тут? Я тут ничего себе купить даже не могу. Ничего я не буду брать пока. Давай, прожигай там всех их, правильно. Ать, свиной рыл идет. Че там улыбишься, стоишь? Опа! А чувак-то тоже с винторезом там стоит. Все, у меня закончились патроны, друзья. Дострелялся, одним словом. Так, если кто не в курсе, эта игра, ребята, на iOS. На Android ее искать не стоит, ее там все равно нету. Так, подожди. А что, здесь можно ходить? Я думал, это шипы. Как мне это свиное рыло подбить? Заколол нафиг. Пойду-ка я, наверное, вон там хилка лежит, скорее всего. Угу. Так, ну что, здесь мы сделали зачистку. Все равно монет маловато, всего 30 штук. Ну что это такое, 30 штук? Фигня полная-то. Давай тогда. Наверное, сюда пойдем. Если я пойду вверх. Так, это что такое у нас? Хм. Ты нашел камень обилочки. Доджи ролл, вот что тебе доступно. Да, что это такое? Это ты можешь избегать атаки. В общем, увидишь, когда будешь все это использовать. Твои рефлексы улучшены. Ну-ка. А, ну вот, ребята, вот теперь у нас доступен кувырок. Так, смотри-ка, ну, кноубэк плюс 10, а тут у нас взрыв. Взрыв 10%. Я возьму, наверное. А как где-то? Эти, как брать? Вот так вот, да? Тут очень много ячеек, я не знаю, как открывать всех. Ладно, пойдем тогда сюда. Кошар за мной увязался и бежит за мной, главное. Нормально так? Свинторыл. Так, я взял, по-моему, патрончиков немножко, да? Замечательно, да, их сразу же курочка. Захомячили. А это что за алтарь? О! Так, жизнь 30% увеличивается. Может быть, оружие все-таки? Получили улучшение. А это... Тихо. А что вот это означает? Это... А, мы можем телепортироваться. То есть я могу... Вот это удобно. Вот это очень, ребята, удобно, что можно телепортироваться с одной точки в другую.
В общем, здесь мы все проверили. Нам надо... Блин, тут карты нету. Подожди, я уже запутался чуть-чуть. Где у нас этот перекресток пяти дорог, блин? Где мы выбирали, куда нам идти? Вверх, вниз, там, влево, вправо. Вот этот, по-моему, нет? Ага, вот тут еще есть один проход. Окей. Это что такое? Ау! Хорошо. Что это? Что за... Летучие мышки тут какие-то у нас. Вон она, вон она. Так, еще один портал мы активировали. Яблоко. Так, давай посмотрим, что у нас тут наверху. Ой-ой-ой. Размазал их. Ух, а что, патроны так кончились, так неожиданно-то вдруг. Вот еще патрончик взял. Уходим. Эти мыши летучие, конечно, говнище еще то. Тогда я их прижучу. Все, блин, закончилось. Это что такое за алтарь еще? Иди сюда, свинорыл. Зомби. Что я могу сказать, друзья? Здесь тоже у нас тотальная зачистка. А куда теперь? Как мне попасть вот сюда? Вот... вот... непонятно мне немножко. Такое ощущение, что это должно как-то активироваться, и меня туда должно перекинуть. Но это не точно. Или же я что-то не включил, где-то что-то не активировал. Такое тоже может быть, наверное. Так, давай-ка еще раз посмотрим. Зайдем в портал. И просто посмотрим. А-а-а, вон там, ребята, наверху был проход. Я его почему-то не заметил. Вот здесь, видишь? Вот в этой комнате есть наверх лазеечка. Оу, да что ты делаешь-то? Да нафиг ты прыгаешь-то на снаряды-то, господи. Так, пригвоздили. Собакин фиг, а? Если бы он тут был один бы. Наказание восторжествовало. А эти ты не хочешь бить, да? Так, ладно. А двигаемся дальше. Телепорт. Такое ощущение, что я иду к боссу. Слушайте, а можно мне вначале это... в торговцу слетать? Так, в торговце что есть? Блин, пушка офигенная. В основном 20% хп.
Восстанавливает 100% здоровья. Соточку стоит. Чего? Почему-то не хочет покупать. Странно. Продано. Так, 10% лучше улучшение дропа, да? На 10% больше дропа будет выпадать клевер этот. А у меня новая нитро. Я не знаю, что такое нитро. Взрыв 20%. Взрыв чего? Мне бы вот патронов бы побольше. Что у меня тут? Один патрон всего лишь. Что это такое, ребят? Несерьезно. Это несерьезно все. Ну что? Эх. Ну, меня сейчас босс ушатает. Я просто это предчувствую. Твою налево, свин. Большая свинота. Ты серьезно? Ты двигайся, блин, да не стой на месте-то. Он прыгает еще. Ах, попал. Только не на меня. Блин, кончились. Уходим. Интересно, надолго мне хватит моих хпшек. Патроны. Хера тут босс, блин. Да, надо было вот так вот. Прямо на патрончик. Ну, ребята. Так, я могу. Ну-ка, реклама работает здесь. Нет, не работает, ребята. Ну, понятное дело, тут все это отключено. Ничего я не могу сделать. К сожалению. Обидно. Управление вот немножко, ребята, как бы тебе сказать, ну, сложновато здесь, если честно. Не расстраивайся, мы еще наберем с тобой свою мощь и силу. Главное, не забывай практиковаться. И ты получишь необузданный контроль над всеми вещами. И ты практически бессмертный. Уж я об этом позабочусь. Ну что, пойдем дальше. Да, ребята, оружие, конечно, с оружием. Ага, смотри, вот у нас тут клевер. Это все, что будет открываться в игре? У-у-у. Ты посмотри, сколько тут этих лавочек, постаментов и тому подобное. А вот если бы у нас были с тобой, сколько там гемов нужно? Сколько гемов-то нужно? 120? Если бы было бы 120 гемов. А гемы, я больше чем уверен, даются при победе над боссом. Мы бы с тобой бы здесь бы, ух, разгулялись бы. О! Ух ты! Конечно, нафиг мне какой-то, блин, несчастный пистолет, когда тут такую красоту. Блин, друзья мои. Атака при 20% на 10 секунд. И ножичек. Тут атака 1, комбо 2, а тут атака 40, комбо 5. Еще спрашиваю, будешь ты брать или нет? Конечно, буду. Ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, на сегодня закончим. Пишите свое мнение по этой игре. По мне так очень круто. Напоминает мне действительно знакомую Soul Knight, но здесь немножко, не знаю, как-то поновее, что ли, для меня. В общем, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.